Традиционные сельхозярмарки в Самаре начали работу. Продавать фрукты, овощи, мясо и рыбу от местных производителей будут до конца октября. Запастись продуктами впрок можно на 5 базарах. У ДК «Октябрь» на пересечении Киевской и Тухачевского, Революционной Карла Маркса, Уральской, Кряжской и на площади Куйбышева. Здесь продавцам предоставляют 296 торговых точек. Для пенсионеров выделены отдельные ряды. Также всем предоставили изготовленные в едином стиле фартуки и ценники для товаров. У всех все было роздано, но предприниматели некоторые почему-то считают свои ценники наиболее для покупателей очевидными. Будем работать в этом направлении. В этом году в Самаре появятся сельхозярмарки малого формата. Они откроются в каждом районе города после окончания работы крупных базаров. Сейчас формируется список мест размещения. Глава города поручила руководителям районных администраций определиться с площадками в ближайшее время. Уважаемый глава, тогда готовьтесь к совещанию, либо сами, либо своих представителей направляйте. Владислав Иванович, назначайте дату и прям по конкретно по каждому адресу. Планируется, что сельхозярмарки малого формата будут работать в городе до начала декабря. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События».